Жители домов улицы Марсельской совместно с активистами общественной организации «Зеленый лист» разнообразили минувший воскресный день высадкой деревьев и озеленили свое пространство. Кто в своей жизни посадил хотя бы одно дерево, никогда не навредит растению и не зацепит ни веточки или листика на ней. Именно так комментируют одесситы, которые организовали толоку на улице с целью озеленить свое пространство. Жители улицы Марсельской единогласно поддержали идею высадки деревьев, а помочь им в этом деле решили активисты общественного движения «Зеленый лист», предоставив саженцы и инвентарь. 11 саженцев подрощенных катальп и 4 асафора поселились на улице Марсельской и теперь радуют местное население. Несмотря на то, что высадка деревьев – это трудная и кропотливая работа, одесситы могут действовать сообща, даже не будучи знакомыми. Но объединенные идеей развития гармоничной среды Одессы и заботой о судьбе своих детей.